Сегодня стартовало голосование регионального этапа Всероссийского конкурса Министерства внутренних дел России «Народный участковый». Выбирать победителя будут по результатам онлайн-голосования. Список претендентов на победу размещен на сайте регионального управления МВД. За право представлять регион на втором этапе конкурса борются 15 участковых уполномоченных полиции. Интернет-пользователи могут оставить свой голос за одного из кандидатов. Здесь же размещена и полная информация о каждом участнике конкурса. Для самих сотрудников полиции данный проект – возможность узнать мнение общественности о своей работе. Люди сами добровольно заходят на интернет-сайт непосредственно, где размещена информация, анкетные данные каждого участкового уполномоченного, и они делают свой выбор. То есть тем самым одобряют своего кандидата, показывают, насколько он им ценен.